Новая старая пинская шляхта появилась на сцене Полесского драматического театра в январе этого года. Режиссер постановки, заслуженный деятель искусств Беларуси и главный режиссер Смоленского театра Виталий Барковский. В спектакле занят весь актерский состав. Основная метафора – присутствие на сцене мифического существа и фактическое отсутствие декораций. Акцент на костюмах героев и язык. На сцене актеры разговаривают на полесском говоре. Действующие персонажи появляются в постановке одновременно. У каждого из них своя, но очень яркая роль. Я избавиться от лозы. Ой, у нашему раю жить весело. Жить весело. За ходом царского суда критики и жюри республиканского фестиваля наблюдали чуть больше часа. Игра актеров Полесского драмтеатра произвела сильное впечатление на компетентных зрителей. Пинская шляхта в интерпретации Барковского оказалась даже оригинальнее, чем аналогичный спектакль в постановке Пинигина, режиссера Купаловского театра. Когда они увидели, что заявлен спектакль «Пинская шляхта» и на этот фестиваль, они были крайне удивлены, потому что, по мнению одного из критиков, как было сказано, мы уже после того спектакля думали, что еще что-то сделать с «Пинской шляхтой», как-то его по-новому переосмыслить и сделать что-то такое, чтобы после купаловцев чем-то удивить, но думали, это просто невозможно. И после просмотра нашего спектакля они были приятно удивлены. Хочу вот еще лишний раз поблагодарить весь коллектив, потому что это именно творческое, это тот спектакль, это творческая победа, это тот спектакль, где на сцене практически все, весь коллектив. Приз не менее креативный и символичный, чем и сам спектакль. Две необычные статуэтки пополнили копилку наград, завоеванных труппой Полесского драматического театра. Трофей ценен тем, что конкуренция была весьма серьезной, а спектакли – зрелищными. Представительство было достаточно серьезное. Мы сами только в конце сентября узнали, что мы попадаем на этот фестиваль, потому что была определенная система отбора. Помимо нас, надо отметить, что и Витебск был представлен, и Гомель, и Минск, Бобруйский театр, Москва была, театр Маяковского. Победы на республиканском фестивале актерам долго упиваться не придется. Впереди гастрольная поездка. 9 ноября труппа выезжает в Петрозаводск. На сцену Национального театра Карелии она выйдет 9 раз и покажет 3 спектакля. «Я так хочу домой», «Черная панна», «Несвежа» и «Конек-горбунок». И вернется уже к работе над новогодним репертуаром. 19 декабря откроют занавес для маленьких зрителей. Режиссер Павел Маринич подарит зимнюю постановку «12 месяцев».